Привет! Это мастерская Зеницы Синицы. И в этом видео я расскажу вам, как играть на наших поющих орешках. Они бывают двух видов. Это поющие грецкие орехи и поющие фундуки. У грецких орехов, как правило, от 3 до 4 дырочек. У фундуков от 2 до 3. Как на них играть? Для начала возьмем наш орех. Научимся правильно в него дуть. Дуть в него нужно совсем слабо, как будто мы студим что-то горячее. Вот все отверстия закрыли, и нам нужно в мундштук подуть узкой, ровной воздушной струей, направленной через букву «У», как будто мы свистим. Мы все отверстия закрыли, это самый низкий звук ореха. Когда у нас все отверстия открыты, это его самый высокий звук. С каждым новым открытым пальцем мы немножко усиливаем воздушный напор. Как открывать отверстия? Нам нужно их открывать по порядку от правой руки сначала, от дальнего от нас пальца. То есть мы сначала открыли средний, потом указательный. И потом левая рука. Тоже либо средний и потом указательный, либо просто указательный, если у нас три отверстия. И обратно. Ноты друг от друга я отделяю с помощью буквы Т или К. Когда у нас все получилось, мы научились извлекать ноты из нашего поющего орешка, берем и начинаем импровизировать. Те же самые правила применительны и к поющим фундукам. Если у него два отверстия, мы сначала открываем правую, потом левую руку. Если три, то третья, как правило, сзади. Сначала правая рука, левая рука, и потом уже то, которое сзади отверстие.